Эй, всем привет! Если ты зашел на этот ролик, значит, это самый интересный проект от канала Student Production. Я купил 4 бензопилы, чтобы сделать 4-цилиндровый двигатель. Дружба! Итак, и немного видос, курс дела. Мы собираем 4 цилиндра из этих бензопил и будем ставить в очень интересный кузов. Вы такого еще никогда не видели. Об этом вы узнаете во второй части. Если тебе стало интересно, гоу смотреть. Ранее мы купили 3 бензопилы, сейчас едем за 4-й. Забрали мы пилу, по телефону договор был 1000 рублей. По факту 1200. Ладно, что. Купили. Предыдущие 3 пилы я взял за 1500, то есть каждая по 500. Поэтому даже за 1000 я не хотел покупать одну пилу. Ну, состояние, конечно, у этой пилы, то есть сразу видно то, что оно хорошее. Не переключайся. Да ты не понимаешь, у меня сроки горят. Да не надо бегать. Да поймай ты его! Лет простой. Все? Там вот это подтягиваешь, и оно вот так плотно будет. Очень интересная информация. Говорит, там другие есть головы. Лайк, подписка. Надо подсосать, может. Не, она. Не, пока не залитая, не надо никуда подсосать. Ну да. Пока говорит. Тоже верно. Не перчатки тоже, блядь. Я не могу взяться. Истерика, нахуй же. Не, вообще тупо не схватывает. А тупо постояло, потому что замерзло. Замерзло на работе. Все, мотор с один заводит дружбу. Привет, на улице зима, холодно, снимать неудобно, но мы пробуем. Короче, вот у нас 4 бензопилы. Короче, нам надо снять кожухи, свозить их на мойку, помыть и наладить их, чтобы они хорошо работали. Тут грязно сейчас, то есть охлаждение уже хуже. Посмотрите, какие у нас топливные шланги. Они просто колом. И это не от холода. Они будто пластмассовые. Пила 72-го года.
прикиньте. Вообще вот. И они везде такие шланги. На всех пилах у нас везде под замены шланги. Тут не маслостойкий, рвется. На одной пиле у нас только нормальный бронепровод. На остальных вот такое. Таким образом продолжаем работать. Погнали. Так, сняли мы вот эту турбинку с одной пилы. Посмотреть, что тут. Крыльчатка обломанная. И вроде как шоркает об корпус. Состояние не очень хорошее. Цилиндра. Так, сняли мы раму. Разбираю в первый раз, поэтому как бы учусь. Сняли мы карбюраторы. Сейчас все грузим и едем на мойку самообслуживания. Отмывать наши пилы. На улице минус 16, где-то так, может больше. Поэтому заводим машину, складываем и погнали! Так, мы, значит, натрамбровали наши пилы. Все, поехали. Помыли наши бензопилы. На улице уже опять темно, день короткий. На этом мы завершаем нашу серию. И вот... Чё? Кент, иди сюда! Секунду. Спасибо, что смотрел. Напиши, что об этом думаешь в комментарии. Предложи свои идеи. Подсказывай, как лучше ремонтировать пилу, если разбираешься. И на этом мы заканчиваем. Все, концовочка. Пока. Вот эту чистоту придется заносить домой. На улице ремонтировать холодно. Эй! Заберите свой металлолом! Дома же оценят. Ну не выгонят же меня из дома. Ну и чё? Студент Продакшн.